Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции провели профилактическую акцию «Ребенок, пассажир, пешеход». Автоинспекторы напомнили родителям, что детское кресло помогает сохранить жизнь и здоровье маленьких участников дорожного движения. А детям рассказали о том, зачем нужно носить на одежде световозвращающие элементы в темное время суток. В Московской области проводится социальный раунд «Засветись», направленный на популяризацию использования пешеходами элементов с эффектом возвращения света.